Кия, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, мы продолжаем бомжатское прохождение Shadow Fight 2 без доната на аккаунте бомжа. Так, я все-таки купил вот эти штуки, я не знаю, как они называются, типа когти, короче, рыси, но они тут с электричеством уже прокачанные когти, видимо, из 2020 года уже какие-то с аккумуляторами. Ладно, сейчас, короче, этого мы то делаем, и я уже жду не дождусь, когда мы дойдем там до Мэри или до кого-нибудь еще. У нас куча здесь локаций, сейчас я вам покажу. Ну как куча, не куча, а две всего лишь. Это каменный лес и еще инкубатор. Вот я не знаю, что сегодня проходить. Давайте, наверное, все-таки инкубатор продолжим, так как мы на предыдущем видео его не завершили, поэтому я думаю, будем идти дальше по инкубатору. Так, бублик. Вот смотри, каменный лес и инкубатор. Давай, наверное, инкубатор. Легко все. Попробуем, короче, со всеми этими бриллиантами, топасами, гранатами и прочими всякой, всякими фруктами, короче, продолжить свое путешествие. Так, теперь топас, короче, на меня. Бах! Нифига себе! Нормально, зато лавровый листик запустил. И у меня теперь хпшка будет... Эй, алло, гараж! Ну, посмотри, я ничего ему сделать не могу. Ты серьезно? Да, зачаровал я на вот этот череп-черепок. Блин, хочется его электричество. Ах, не получается. Блин, ну прикольно. Мне нравятся эти когти. Короче, какие-то электрокогти. Я не помню, как их название. Если какой-нибудь... О, прикинь, не попало на него электрошокер. Электрошокер не попал на него. Ой, не надо мне учитываться. А, ну ладно, окей. Он мне просто, короче, лавровый лист опять запустил. Да что ты будешь делать? А, я его кинул, да, я его кинул. Окей, давай попробуем. Ну, я вроде бы удар снизу хотел сделать, но в итоге я его просто заслышал. Ладно, поехали дальше. Что у нас там, опыт дают? День, Кали, как слышите, поступили новые разведданные, судя по всему... Кабан вышел из-под контроля Титана. Титан послал своего приближенного некоего судью, чтобы привести его в чувство. А вот запись их переговоров. Судья, внимание всем подразделениям. При обнаружении Кабана доложить немедленно. Не пытайтесь задержать его самостоятельно, он крайне опасен. А ну назад, я уничтожу любого, кто встанет между мной и моей добычей. Что бы это означало? И где Кабан? В каменном лесу, он сказал? Судя по всему, кабан в каменном лесу. Блин. Ладно, мне хочется уже инкубатор пройти. Вау, Берил. Смотри, какой чувак, а. Какой-то хищник прям. Ну окей. И у него, походу, такие же когти, как у меня, да? Посмотрим, чьи коготки получше. Да, ты... я тоже такие удары хочу делать. Алло, как ты это делаешь? Так, вот такой ударчик от тебя. Ай-яй-яй. Блин, абибасы, короче, надо подключать. Блин, да, я его просто пнул ногой. Хотел вертушку сделать, но что-то она не сработала. Ну окей. Поехали дальше. Так, с разворота давай первый удар. Бау, не зашел, вот удар снизу. Да ты посмотри, он все блокирует, а, уже гад. Не надо электричеством. Посмотри, блин, запили у меня электричеством, алло. Дверь мне запили. Давай, так, попробуем его... Да, что это такое? А, он, короче... Он, прикинь, он хотел, короче, магию в меня кидануть. Давай, электричество! Да, блин, не дал! Не дал раскрыться в моей электродуге. Там, ушел. Абибасы, ну сейчас включу. Ой, как хорошо, мне тоже не задел этим электричеством. Тупая дуга, она как-то работает вообще по-дебильному. На, держи. Хватит там на спине свою йогу там устраивать, тренировки. Видали там на спине что-то? Да все, ушел, говорю, вот так же. Спать! Какой-то росомаха какая-то, пипец. Ну реально на росомаху похож. Соревнуйся, да, отстаньте от меня, бабища. Так, пошли дальше. Следующий, гранат. Опять это хурма. Ясно, я опять вот с этой палкой дурацкой, махалкой. Вот это бесит меня, палка. На конце какой-то треугольник там у нее, не знаю. Это штакетник, железный пруд какой-то. Вау, перфект, просто запилил его вообще на изи. Так, ладно, едем дальше. Едем, мы едем дальше, а гранатик здесь останется. Гранат, блин, да ты достал, давай. Ах, мне нравится, когда его током бьет. И он такой без движения стоит, его можно еще, короче, фигачить.
Так, ладно, давай. Только... Ух, шок, серьезно! Пипец, ты запустил! Неисправимое, непоправимое, блин, ты запустил абибасы! Теперь тебе жесть, не выжить просто. Давай, иди сюда. Оу, нет, не надо. Не надо. Я хочу красиво, вот. Абибасина ему по голове. Похорми его. Довольный. Так, ладно, едем дальше. Бублик, смотри, на этот раз бублик нас так не достает, как прошлый. Чуть-чуть крутится, буквально секундочку, наверное, крутится, и все, и до свидания сразу. Так, ну что ж, топас. Ох, блин, ну, вроде бы его только что вот видели, а? Топас, ты неугомонный какой-то, ну, это, видать, это же киборги, они же как, они же на батарейках, пока батарейки не кончатся, они, короче, не перестанут нападать. Хотя, ты знаешь, в предыдущих всяких локациях там тоже по 5 раз всякие цыганки, всякие там лисы, разбойники, счастливчики. Бесит его улыбка, до сих пор не могу ее забыть. Вот. Ну, перфект. Ну, ладно. Окей. Так, я перехватил еще один радиообмен, передаю вам запись. Кабан, Титан лично приказал мне взять тень живым и обязан мне помогать прием. Я лучше знаю, какова его истинная воля. Тень умрет от моей руки. Ты меня не остановишь. Блин, что они там между собой разговаривают, непонятно. Телефоны новые купили, что ли? Понтуются. Ну ладно. Давай, поехали. Дальше. Осталось немножко. Пару чувачков каких-то. Ты просто листик запускаешь. Ты можешь понять? Да как это токс? Почему он вечно не попадает, а? Достал. По крайней мере, хоть магия сработала. Или как она называется? Зачарование, вот. Точно. Так, у меня какие-то очки стали доступны, типа мне игра подсказывает, слушай, ты что-то не въезжаешь, одни очки, чтобы лучше видеть. Оп, до свидания, изумруд. Так, раунд 2. Ух, давай, блин, ну хочу комбо, чтобы вся зашла, вот он стоял сейчас. О, хорош, вот это хорошечно было. Ай, запилил меня, серьезно, эй, успокойся, папа Карло. Так, давай. Блин, абибасом, отлично. Красиво, красиво. Так, ладно, едем дальше. Что там, кабан опять будет звонить, нет? Достался своим телефоном. Так, нет, не звонит, ладно, едем дальше. Бери его, последний на сегодня киборг. Опять это Росомаха, блин, он такой эпичный. Я его прям на превьюшку, наверное, поставлю. Офигенно эпично он такой выглядит, да? Посмотри на него. Мышцы какие у него. Пресс какой у него. Треугольный, правда, почему-то, ну, не знаю. Видать, качается как-то. Качает, видимо, его по какой-то технологии. Так, блин, ты достал. Ладно, абибасом, зафигасом тебя. Все, падай и не вставай. Я же говорю, ты не выйдешь из этого угла. Я же сказал тебе, не выйдешь, все. Просто в угол впечатал туда. Штукатурка ты, короче. В этой стене. Вот, стой. И там, короче, дыры заделываем, чтоб не дуло. Ух, блин, я взял отскочил. Смотри, он током бьет, и он падает, да, потом? Прикольная анимация. Даже анимация спец... Да! Воздух портить! Ах ты гад, на, держи! Молоко. От любого газа спасает молоко. Умываешься молоко, на все. Особенно от перцовых всяких там этих ваших. Редкий зверь, вау, семерочку, смотри, мне дали. Великолепная семерка, что ли? Внимание, кабан обнаружил убежище. Наши бойцы пытаются его задержать, но он слишком силен. Я укрылся в бункере, но еще немного и... Говорит кабан, ваша база под моим контролем. Слушай меня, тень. Твоего друга всезнайку я все равно найду. Но тебе еще есть шанс ему помочь. Че он где? Кабан принимает мой вызов, прикинь. В убежище меня кабанчик ждет. Так, получается, турнир я прошел, фабрику. Ну фабрика это не то, Титан еще не готов, не знаю, на зарядке, видимо, стоит, заряжается. Так, каменный лес остается и кабан. Ну ладно, пошли с кабаном. С кабаном? Ну давай, сразимся. Ну что ж, здорово, кабанчик. Ох. Кибербомж против кабана. Давай, кто сильнее, он с косой. И зачем косу-то с собой взял, а? Ты типа смерть это ты как пародируешь? А? Смерть пародируешь или чё? Кабан, давай, упал.
Я первый раз, мне первый раз кто-то не дал там тебя убить. Кали не дала, по-моему. Сейчас я тебя просто уничтожу. Спать, кабанёнчик. Кабанёнчик, кабанчик. Вот, кабанчик, да. Так, молока дать тебе, нет? На! А, блин, ты отказался от молока, от моего лечебного банжанского каба... молока, кабана. Хотел сказать. Так, что, будем... будем на перфект играть, кабан, нет? Ты хочешь перфект? А, нет, не получится уже. Он меня задел, гад. На, тебе только. Ты посмотри, у него тоже такая брокколи, как у меня. Ну-ка, умер. Ух, хорош. Фига себе. Опустить занавес. Да. Это я. Нифига, сколько опыта дал. Глупцы, вы думаете, титан лишил меня рассудка, а я служу ему по своей воле. Он один знает, как построить новый мир. Мир без войн и границ. Все миры ожидает одна и та же участь, погибель. И там же спасает народы от взаимного уничтожения. Той железной десницей он... Хватит болтать, кабан. Тебя ждет инкубатор. Ты будешь превращен в питательный раствор для нового поколения солдат Титана. А ты, мой храбрый победитель, простой солдат, вряд ли справился бы с кабаном. Да, и твой стиль боя мне очень знаком. Акт 7, глава 3, класс. Опять сейчас надо данные скачивать. Ох, это мы. Давно не виделись, дружок. Я смотрю, ты не остановился после того, как закрыл врата. Больше захотел? А, большего захотел. На место Титана мечешь? Это еще кто? Подружку нашел? Титан и тот был прав. Не интересует тебя спасение мира, только женщины и власть. Чего тебе еще тут делать? Он пришел за тобой, глупая, и я не подружка, я офицер связи. За мной? Да что ты понимаешь, он же... ты серьезно? Блин, у него внутри в глазах молоко. ЛДЖ ее похитил, походу. Внимание, судья! Приказываю сдаться, я восстановил внутренний оборный контур убежища. Твое положение безвыходное. Вот ты проклят мятежник, и ты тень с ним заодно. Почего стоят все ваши разговоры? Титан придет и оторвет вам головы. Девочка совсем с катушек съехала, видно, Титан постарался. Мы сдержим Мэй, но пока Титан контролирует ее сознание, она останется такой. Значит, возвращаемся к первоначальному плану. Тень проникает в цитадель под видом солдата. Окей. А, ву. Теперь еще и крейсер появился. Смотри, каменный лес. Крейсер. Так, инкубатор. Ого, нифига себе. Фабрика. Что? Дуэль на фабрике. Теперь все поменялось, вообще стало. Так, ладно, поехали в каменный лес. А, необходимо скачивать данные. Ладно, пошел, я возьму сейчас штангу и начну скачивать.